утро. Ой, ненавижу утро. Опять на работу идти. Божечки. Придется одеваться. Так, где моя рубашка? Где же... Пока, дорогая. Ой, божечки. Утро. Где же там... выход. Так, шкаф. Блин, опять врезался в эту стенку. Ладно. Чик-чик. Ой, кто-то звонит мне. Чик. Алло. Я уже иду. Ну что, что сказать? Я уже иду. Не, ну вообще, ну я уже иду. Вот. Иду, выхожу из дома. Ты уже выходишь? Ну да. Ну, быстрее иди, а то у нас начальник там наругается. Ой, хорошо, сейчас уже бегу. Ой, уже утро. Хорошо, что дети не спят. Ой, нужно вставать. Застелю-ка я кровать. Ой, все, красота. Так, дети еще не проснулись. Пойду-ка я на низ. Так, телек может посмотреть. Ну, присяду, я посмотрю. Ой, утро. Теперь нужно делать зарядку. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Ой, так, зарядку я уже сделала. Теперь нужно одеваться. Так, я уже оделась. Да, красивенько. Так, ну, нужно застелить кровать. А может не застеливать, а прокрывать. Ладно, пойду Барби и скажу, что я пойду за продуктами. Хотя, мне лень это все делать. Ладно, придется сходить за этими продуктами. Или лучше застелить кровать. Ой, застелю кровать. Застелю кровать. Ну, нормальненько. Так. Чик-чик. О, Барби, привет. Что ты делаешь? Ай, только что выключила телевизор. Как-то скучно смотреть его. Понятненько. Что дети делают? Спят? Ладно, пойду к себе в комнату. А, кстати, у тебя нет планшета, чтобы поиграть? Есть. Он вроде бы Кенова забрал или наверху лежит. Ну, я пойду посмотрю наверху, хорошо? Ну, хорошо, иди посмотри. Тереза, не, ну что, они сами заревели. Я не виновата, я тут ни при чем. А, они сами заревели. Ладно, пойду уже брать планшет, уже раз уж брала. Ну, хоть полазить в ВК можно. Придется уж детей успокаивать. Пойду наверх. Так, дети, тихо, пожалуйста, тихо. Хотя не боюсь. Ладно, их птицы. Ну что, моя маленькая, ты уже поспала? Поспала, да? Эй, чаю. Ну все, тихо, малышечка, не плачь. Не плачь, я с тобой. Мама с тобой. Мя-мя, я хочу гулять. Хорошо, пойдешь ты гулять, пойдешь. Я хочу коника. Коника. Хорошо будет тебе коник. Он там где-то лежит, Кен его где-то спрятал. Ну, мами,
Но потом придет Кен, тебе достанет коника твоего. А сейчас будешь гулять с твоими игрушечками, хорошо? Нюхай еще. Все, ладно. Ты будешь здесь лежать, что ли? Да, мама, только принеси мне здесь иглюсик. Хорошо, все, принесу тебе игрушек. Агю, агю, ляйсясь. Все, доченька, ты пойдешь на низ играть в зал, там, где все играют. Ну, мам, я хочу здесь, тут мягенько. Нет, ты пойдешь на низ. Ну, мама, мама, ну. Нет, все, я сказала нет, значит нет. Все, я тебе заношу. Ой, все. Ну, мама, мама, у тебя тут сестричка тоже вон лежит, гуляется, видишь, лежит в пледике. Так что ты тоже, будь добра, поиграй на коврике. Сейчас я тебе тоже игрушечков принесу здесь. Ой, ой, как много здесь игрушечек. Все, доченька, на свои игрушечки я тебе принесла их. Сейчас еще. Все, играйся. Я пойду посмотрю, что там Тереза делает. Тереза, чик-чик. Что ты здесь делаешь? Ну, я сижу, играю. Тут Angry Birds. Doom Vows. Еще вот что-нибудь. У тебя есть прикольные игры? Ну да, посиди ВКонтакте, перейди на свою страницу. Я уже перешла, я уже там посидела. Ладно. Сходи, значит, за продуктами. За продуктами? Ладно, я пойду, значит. Нет, я не пойду. Все. Мне нужно здесь медлить. Когда Кен придет? Ой, Кен еще долго не придет. Или... Ой, я сейчас ему позвоню, короче. Алло, Кен, ты когда будешь? Ну, я скоро буду. Ну, хорошо, отпросись там. Хорошо? Хорошо, все. Дзинь-дзинь. Ой, кто там? Пойду открою.